Малявка. Ну да, модно. Ты теперь на корову похожа. Слышь ты, это ты корова. Тебе не понять, малявка. Корова, корова, Дарина, корова. Вот, закрой. Лера. Влад, убери свою фигню, нам уже вообще не страшно. Еще раз ее достанешь, я тебе говорю, я ее выкину в окно. Убери, я сказала. Привет, привет. Привет. Дарина, у тебя что, пирсинг? Да, пирсинг. Влад, а что, тебе нравится? Ну знаешь, Дарин, такое, если честно... Мне не нравится. В школу с таким ходить нельзя, если что. Ой, Аня, завидуй молча. Дарин, вот придет Валентина Ивановна, тебе же будет вот так вот в школу ходить нельзя. Точно будет отвали. Ой, не переживайте, у меня все продумано. Та-дам! Она даже не поймет, что у меня пирсинг на губке и на носике. Я просто ей скажу, что я заболела. Дарин, смотри, мы тебя предупредили. Дарин, если честно, тебе вообще не идет. Ой, не идет. Влад, мне все равно, нравится тебе или нет. Главное, что мне нравится. Добрый день, Спартак. А ты почему не на уроках? А у нас уроков нет. У нас дети заболели. Печально, что дети заболели. Ну, раз ты уже пришел в школу, идем на уроки ко мне. У меня сегодня интересный урок. В смысле на урок? У нас уроков нет, я учиться не буду. Раз ты уже пришел в школу, учиться ты все равно будешь сегодня стараться. Нет, я не хочу, я лучше домой пойду. Не ходи домой. Давай, давай. Нет! У нас интересный урок. А вот мама твоя спросит, тогда расскажи.
играть, задолбал уже! Да ну отдай! Отвали! Учить нам особо ничего не нужно будет. Добрый день! Добрый день! У Спартака сегодня карантин, и он побудет у нас. Садись возле Дарины. Что, заболела? Да, заболела. Двигайся, больная. Спартак, не надо делать такое кислое лицо. Итак, сегодня на уроке мы с вами будем делать оригами. Оригами – это древнее искусство, которое было изобретено в Китае. Но распространилось оно больше всего в Японии. Называется сложенный листок. Считается, что делать его могут только очень умные люди. И мы сегодня с вами проверим, кто же у нас умный. Понятно? Валентина Ивановна, вы что, будете ставить оценки за оригами? Влад, оригами. Да, Влад. Буду ставить оценки, потому что это урок. И если вы сделаете хорошо работу, я вам поставлю оценки. Если правильно сделаете, хорошую оценку. Если не сделаете, значит плохая оценка. Дарина, а что с тобой случилось? Почему ты в маске? Валентина Ивановна, да я просто чуть переболела и одела маску, чтобы не заражать других. Да, конечно, похвально, Дариночка, что ты не хочешь заражать других, но надо было сидеть дома, потому что заболеют детки. И что мы потом будем делать? Смотрите, у вас есть два. Есть жираф и есть попугай. Каждый должен сложить. Спартак, ты тоже. У вас тоже два. У вас котик и собачка. Анечка, у тебя хрюшка и коровка. Держи. Если сделаете две работы, поставлю две хорошие оценочки. А я тоже буду делать, вспомню, как в детстве этим занималась. У тебя там даже неровно согнута, Влад. А вот у меня все классно. Смотрите. Умничка. Ничего себе, как быстро. Влад, а ты не подглядывай. Есть картинка, по которой нужно делать. Лера, иди ко мне, я теперь дам тебе в 3D. Ого. Да, смотри. Умничка. Вот, 3D. Ого. Попробуешь? Да, попробую. Раз это получается, держи листочек. Вот так. Спасибо. А ты, Влад, старайся. Валентина Ивановна, вот я сделала жирафа, но он не стоит, а падает постоянно. Надо было ножницы нарезать в тех, кто стоял. Здесь ножницы не предусмотрены. Нужно сгибать, чтобы когда там внутри он стоял. А ты, Спартак, давай тоже делай. Даринка, приступай ко второму. Валентина Ивановна, а я быстрее всех. Я сделала две свиньи. И корову доделываю. Хорошо, доделывай корову и придешь, и тебе тоже дам объемную фигурку в 3D. Валентин Иванович, смотрите, я же все сам сделал, даже без помощи Леры. Дайте мне тоже объемную, пожалуйста. Валентин Иванович, только, пожалуйста, не клубнику, а то он будет у меня подсматривать. Не буду. Умничка, иди. Смотри, ты будешь делать черепашку. Держи листочек. Ну, какие вы у меня молодцы, все умные. Даринка, ну что, со второй там у тебя все получается? Да вот как-то чуть-чуть не понимаю. Просто на китайском или на японском написано. Еще тут согни, то разогни, потом опять согни, потом опять разогни. Ну, в общем, тяжело. Валентина Ивановна, можно мне Дарина будет помогать? У меня ничего не получается. Спартак, давай так, ты попробуешь делать сам, потому что оценочку я тебе ставить не буду, а если уж совсем не будет получаться, тогда тебе поможет Даринка, хорошо? Хорошо, не буду я тебе помогать. Ну-ну. Так, хватит болтать, давайте делайте уже работу. Валентина Ивановна, мне не получается эта корова, можно мне 3D работу? Аня, давай ты доделаешь эту работу, а потом я тебе уже дам 3D, потому что 3D еще тяжелее. Вот у Леры, например, не сильно получается, да, Лера?
Валентина Ивановна, у меня все получается. А вот у Влада не получается, потому что не у кого подсматривать. У меня все получается. Ага, я вижу. Что это такое у тебя? Черепаха. А у тебя что? Еще не готова черепаха у меня. Вера, не надо думать, что ты делаешь лучше всех. У Влада тоже хорошо получается. Доделывайте уже работу, скоро закончится урок. Валентина Ивановна, я уже сделала свои оригами. Можно мне, пожалуйста, третью? А мне кто помогать будет? Вот когда я сделаю третью оригами, тогда и буду помогать. Смотри мне, а то... Хорошо, Дарина, иди бери третью, но Спартачку все равно нужно помочь. Валентина Ивановна, я весь зоопарк собрала, и можно мне сразу две, чтоб я самую лучшую... Ладно, иди, я не против. Держи, сделаешь две разные рыбки. Прикольно. Так, смотри, у Леры ничего не получается, а Влад уже сложил свои черепашки. Да у меня все получается, это просто тут на рисунке что-то не так нарисовано. Я уже дошла до пятого этапа, тут шестой, и у меня так не получается. Хотя я скинул один раз, потом второй раз, но у меня все равно ничего не получается. Ну да. Валентина Ивановна, а можно мне еще, пожалуйста? Хорошо, иди бери. Сделаешь голубя. Лера, все там правильно нарисовано. Давай собирай быстрее. Спартак, смотрю, вообще не идет работа, да? Да. И Дарина мне не помогает. Дарина, давай доделывай свою бабочку и помогай Спартаку. Ну, Валентина Ивановна, ну я хочу получить хорошую оценку, а Спартак это все просто так делает. Дарина, так нельзя. Если ты не будешь помогать младшему, то он вырастет и не будет помогать старшим. Это очень плохо. Слышала, что тебе говорят. Помогай давай. Лер, хочешь, помогу тебе? Свою работу делай. Как хочешь. Достал уже. У самого ничего не получается. И черепахи у тебя некрасивые. Дарина! Ой! Ой! Валентина Ивановна, посмотрите, что у нее! Дарина, что там у тебя? А ну снимай маску. Ничего, Валентина Ивановна, я просто заболела. Ну да. Пирсинг у тебя. Какой пирсинг? А ну, Дарина, убирай руки. Ты вообще нормальная? Ты что сделала? А родители твои в курсе? Валентина Ивановна, пожалуйста, только не рассказывайте родителям, пожалуйста, Валентина Ивановна, прошу вас. Боже, ты же на корову похожа. Валентина Ивановна, не надо, Валентина Ивановна, пожалуйста. Будешь все, я звоню родителям. Пожалуйста, не надо, мне родители. Валентина Ивановна, пожалуйста, только не родителям. Валентина Ивановна, а мы, между прочим, ей говорили, что это некрасиво, что как в школу ходить нельзя. Вот посмотрите нас, мы так и делаем. Да. А вы нам поставите по 12 баллов? Да поставлю, не за вас мне сейчас.